одного из самых главных людей конкурса «Мы вместе». Александр Ермолов спешит к нам сюда. У него есть для вас интересные новости и весть. Передаю микрофон. Дорогие друзья, вот и завершился гала-концерт, но еще не завершилась самая главная часть его – это награждение обладателей Гран-при. Перед тем, как мы огласим результаты обладателя Гран-при, я хочу напомнить, что у нас велось голосование онлайн. Ведущий Виталий про это говорил. Если вы сейчас наберете голос.ермолов.ру, то вы увидите, что по результатам голосования максимальное количество голосов с максимальным средним баллом набрала Афанасьева Катя. Мы ее поздравляем и вручаем приз зрительских симпатий. Катя Афанасьева, если ты в зале, выходи, пожалуйста, на эту сцену. Зрители тебя любят, а это самое главное для артиста. И флешку на память, вот такая флешка с логотипом нашего конкурса. Ее, кстати, получили все лауреаты первой степени. И Катя тоже получила. Поздравляем, Катя, молодец!